Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение партии за Хубилай Хана китайского Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с новым режимом корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну он просто посмотрел на защиту моих городов, то есть я ПТ команды могу просто так покупать, мне их не надо строить. Есть алюминий, так, значит у нас и даже уже обрабатывается. А второй, а оба обрабатываются, прям оба. Не, подожди, плюс 2. Вот этот не обрабатывается, видите? Значит, зайдем сначала в алюминий. Нам алюминий важнее. Все, минус Испания, очевидно. Я думаю, Мапучи там улетать собирается скорее. Ну а мне... Я не смогу улететь, если я не захвачу Испанию. О, Аншан есть еще в игре, охренеть. Вот откуда они все науку берут. Да, ну самолетами тут у испанцев все быстро упадет. Тем более начнем с Барселоны. Сюда пойду, от дальнобойных атак надо будет прокачивать. Так, а что я тут жду? Пошли вон обрабатывать клеточки с тропическим лесом. Города у меня маленькие. Я смотрю, у других такие же. Но на самом деле, что-то я как-то... Я что-то не то со своими священными местами сделал. Как-то проигнорировал вот эту возможность, что они кучу еды дают и жилье, собственно. Французам союз закончился. Француз продлеваем. Так, сначала продлить союз, чтобы увидеть, куда выгоднее будет посылать. Так, два хода биплан. Я бы тут что-нибудь один ход построил. Хотя он шпионы два. Давайте шпионов. В Гуанчжоу. Ну, я бы и здесь, наверное... Хотя давайте сначала угольную. Плюс 5 производства. Подождите, а у меня не стоит соседство. Я молодец. Не стоит соседство для промышленной зоны. Нифига. Так. Союз. 10 ходов, но я сейчас наберу, по идее, много очков при захвате городов. Это
А слушайте, а когда у нас с испанцем за К4 не надо? Уже научным, не с французом. Предлагать. Француз, предложение. Бразильцам давайте. Нечем торговать с Египтом. Меха. Египет, предложение. Так, блин. Нету прохода. Ну, тут стоим, просто ждем, когда упадет защита Барселоны, чтобы захватить город. 360. Священочка. Не хочется на производство ставить, но и еду не хочется убирать. Я бы на самом деле здесь поставил, действительно. Еще соседство дало бы кампусу. Так, вот тут священочка сюда. А военная академия, чтобы я мог покупать за веру, например, сразу корпуса и армии. Армию не могу, потому что мобилизацию не открыл просто. Так, после мобилизации нам надо в идеологии, несомненно. Ну, тут слабенький кампус, вообще не хочется. Фига, тут острова какие-то, населенные варварами. Мабуча, а ты находил это на северо-востоке остров варваров? Да, я там умер. На руинку забрал. Там 5 каперов плавает. Там реально настоящий материк варварский. Так, в Египет я отправил. Испанцы, мне кажется, заберут скоро. Ну, попробуем в Таруге снижать там 50%, правда, всего лишь шанс. Мне Таругу перекупили. Но мне Ваншан надо. Первый посол. Так, 391. Там француз тоже валит. Серьезно. Следующим ходом начинаем строить самолеты. Ой. Кажется, тут моему кораблику хана. Кажется, на этом наши полномочия все. Так, тут откладываем производство. Самолеты будут строить. Во всех остальных городах. Ага, в Хехе еще у нас святилище.
Опа, уже затапливает. Так, слушайте, а у меня что-нибудь затопит вообще? А у меня ничего не затопит. Кайф. Вот тут у Мапучи топится. Вот тут у Мапучи куча всего. У меня два города, и то непотопляемые. Может купить ангар 760. Не, ну я уже следующим ходом начну бомбардировщики. Два вход, 4. То есть у меня 4 бомбардировщика, на самом деле Испания разбирается очень быстро. Он просто очень сильно отстал. Это считайте плюс 153 моей науки. А мне не жалко, что там Бертон отвалил. Я, кстати, вот жалею, что может даже я его зря добавлял, потому что, ну, да, кампус на плюс 8, но это все. Все, что в этом городе приятного есть. Поплыву скаутом, чтобы кругосветку сделать. Должен успеть, по идее. Надо ли мне... Вообще гидроэлектростанции хорошая штука. Давайте откроем за один ход, а дальше пойдем в уран. Артефакт. Значит, Пекин. Бомбардировщик. 8 ходов. Я опять не поставил соседство для производства. Да ё-моё, что со мной не так? А чё так долго бомбардировщики строятся? У меня производства мало. 68. Не, мне реально мало производства, кстати, в городах. Должен быть хотя бы город какой-нибудь на сотку. Да, да, у меня мало производства, ребят. Просто мало производства. А мало производства, потому что я не поставил соседство, и, соответственно, угольные электростанции тоже не дают. Слушайте, давайте я как-то сейчас... Сколько стоит? Блин, 335. Ладно, один ход потерпим. Ну это бред, Алексей. Алексей. Как вы объясните то, что вы соседство не поставили в очередной раз? О! Так, а что там у нас с этим инженером? Я бы его, конечно, забрал, но там... Да, короче, хреново, я заповедник... А, фу ты, нам же еще вот это надо строить. Рощи там всякие. Вот это вот все. Смотрите, каравелла выжила даже. Ну, наверное, добьют сейчас меня. Ой-ой-ой, там апгрейд. Против морских юнитов. Блин, надо... Я не видел, что апгрейд, надо было по-другому походить. Опять фигово. Так, ну... Не, ну пока два хода есть еще. Я думаю, что самолеты быстрее будут, на самом деле, ходов 5. Строится, когда я соседство поставлю. Тут, считайте, будет плюс 12 к производству в Пекине. Ну нету смысла на еду, тут 6 ходов, тем более еще минус по довольству, то есть там идет минус к... Ко всем этим параметрам. Эти минус 10% к науке, например, валит. За предложение. Сейчас взобьют молочко в сметанку? Да не-не. Там чисто пограбить, в Малоны заехали.
оставшиеся после Швеции. Что-то против пушек ему уже больно прямо. Так. 465. Терпимо. Терпимо. Работаем. Отстаем. Изображаем, что вроде как на месте не сильно, но и не лидеры в этой игре. Так, сколько у нас ходов? 8. Самолет даст очки эпохи. Ну, к сожалению, скорее всего... Хотя, а чё нам не взять инженера? На что вот мне сейчас вера нужна? Я бы взял этого инженера, конечно, и перекинул в тот город. Правда, пока престиж там ничего не дает. Даже не знаю, там просто есть же и получше. Да нафига мне этот инженер ради одного города 6 клеток, причем не самого лучшего моего города. Давайте будем честны. Так, тут плюс 2 влияния. Ну, пожалуй... Я даже, наверное, писание надо убрать. Сейчас посмотрим. Значит, 158 веры. Где тут соседство промышленной зоны? Да, нормально. Всего лишь на минус 22. Мне кажется, тебе другую убрал было бы больше. Вот теперь смотрим. 6 ходов. Вот. 74, ну, тоже не то, чтобы много. Хапнув кирасиров. Храм. Святилище. У меня храмы и святилище дают еду. Еще, по идее, может, стоило усилить веру. Что тут у них? Протестантизм. Купы. Ну, это фигня, честно говоря. Няш-мяш. Стоимость миссионеров снижена. Зачем? Ну да, такое. Ну давай кругосветку, сколько мне тут следующим ходом будет кругосветка. Да, я мог спасти, конечно, эту каравеллу, если бы туда пошел. Ну и ладно, ну и убивайте. Что у меня больше всех юнитов зачем-то. У меня, кстати, дофига не обработано вокруг столицы клеток, поэтому мало. Производство. Так, у меня 4, значит, ланшан, несомненно. Да и дальше давайте ланшан. Что это? 540. Во! Это я понимаю, наука уже. Лаба есть. Промка. Плюс 2, плюс 1, плюс 1. Ведук там и там. Ну, если я, получается, сюда акведук поставлю, то тут надо убрать овец. Пять ходов будет. Фига себе. Строители. Тут я даже продолжу строителей делать. Тут верфь не нужна.
Надо это все обрабатывать. Сколько ходов? 7. Ну, я должен выйти в золотой век. Самолеты. Плюс очки. Мапучи уже космопорты строят. Все. Печаль. В смысле, обнаружили новый источник нефти? Я его и так видел. Типа, что открыли, где нефть? Так, я в уран иду. Это мирные космопорты. Давайте театралку. У меня вообще очень мало культуры почему-то. А я скажу почему, что я вообще театралки не строил. Мне самый производственный Пекин, Чэнду, Чэнь. А давайте я в Чэне. Мне тут хоть и негде аэропорт строить. Тут надо будет вот эту передать на космопорт Чэню. Юани, ну тоже ничего производства. Блин, что на рисе ставить? Не, ну в Чанше я точно хочу, это уже аэродром. Ну, ты, знаете, три аэродрома хватит, я думаю. Я тут даже сначала храм построю. Есть кругосветка, ну и, собственно, за самолет будет еще. Хотя я вырублю тут лес. Самолет быстрее появился. Тут у нас, значит, на космопорт. 746. Вот это он ломанул. А что он сделал? Фиг знает, кстати, что у него так ломануло науку. Чё, я сюда отошел? Если чтобы по дороге пойти. Храм. Я не хочу укреплять религию, потому что как бы не вижу, что мне прям тут такое офигительное надо, ради чего укреплять религию. Я лучше, в связи с тем, что у меня оракул, я лучше бы за эту веру покупал великих людей, понимаете? Я могу предположить, что он проекты читает, только это единственный вариант, поэтому давайте и мы это начнем делать. А, он Таругу у меня перекупил. Вот откуда у него появилось плюс, еще плюс 5%. Блин, мне надо, может, послов открыть. Во-первых, чтобы он не получал. Вот морские традиции давайте. Потом уже...
в идеологии. Четыре, восемь. Вообще, конечно, знаете, какое было бы неплохо? Гурдвары взять, которые еще жилье дают городам. С другой стороны, у меня с довольством проблемы именно, а не с жильем. Так, украли здесь техи. Хищение технологии. Фух. Ой. Кажется, тут сейчас моего скаута найдут. Чем там француз занимается? Ну, кстати, мы... Вот это 726, это, конечно, печально. 15. Так, ну мне надо... Амани, очевидно, еще прокачать. Вот будет. Так. Ну, слушайте, а дальше что? А больше и нету. Такой себе ученый, кстати. Всё, пропало недовольство. Сразу 86. Ну, кстати, вот минус недовольства, это считайте... Минус практически 10 производства у меня. Что-то тоже важно. Да, но тут с культурой вот у меня проблемы. Я реально как-то на культуру сильно забил. 63. Долго тут бомбардировщик будет делаться. Да, я тут долго... С испанцем. Блин, надо было Амани прокачать. Нафига я этого Магнуса на кооперации? Кстати, может Магнуса пересадить в Пекин с кооперациями? Тут как раз со всех клеток будет очень неплохо добавляться. Статуя Зевса. Шотландец, статую Зевса. Самое время для статуи Зевса. Так, когда мне там Дамбертон отвалится уже? А он, кстати, не отвалится. 5 ходов. А не, отвалится. Я думал, я успею в Золотой век выйти до его отваливания. Не знаю, не хочется мне его спасать почему-то. Да, я так и знал, что там будет хана скауту. Вот и союз закончился, но нападать я пока не могу. Нету самолетов.
Потрясающий престижный пригород. Так, наверное, археологический. Археологов я еще не... Тоже 10... Да, у меня реально что-то вообще слабо с культурой в этой игре. Так, ну тут с углем пока вроде норм. И следующим ходом мы увидим, есть ли у нас уран, что тоже очень важно. Кампус фигово. Центр коммерции, давайте. Очень слабое производство. При такой, ну, нормальной территории. Что-то я как-то не знаю, как я тут так фигово раскачал производство. Тут должно быть уже больше сотни, как минимум. Сейчас прибыла. Так, ну давайте пока производственная биржа 6 ходов долг. Давайте водяную мельницу, хотя тут водяная мельница как-то... Просто хочу промышленную зону, но надо сначала два хода. Мне надо два хода. Ладно, давайте строителей. А потом, собственно, можно даже поставить очередь. Но пока не уберется. Пойду сюда убирать. Тут. В Гуанчжоу, наверное, тут. Вообще, я бы это оставил. Давайте в Гуанчжоу тут сделаем. Космопорт. Чанше, пожалуй, сюда. Юаня. По аэродрому надо смотреть. Ну, на какой-то из риса. Кстати, Вунси тут, да? Ну, хотя тут 31. Давайте тогда вот сюда поставим космопорт здесь. Чинду у нас космопорт будет здесь. Но это после ядерных ракет. Что с ураном? Если он... Ну, как видите, на моей территории его точно нет. Мне бы сообщило об этом. Но я надеюсь, что он есть на территории испанца. Далеко. Француза. Кайф. То есть единственный шанс у меня на уран — это забрать испанца и вот тут пос... Ну это какой-то бред. Ну я, конечно, еще вот тут территорию не вижу, но в принципе в очередной раз отсутствие нефти, отсутствие урана. То есть вот это не считается есть нефть, потому что почему-то, типа, если она на земле, то нефть вот тут открывается, а если она... Ну, да, можно обрабатывать. А если она на воде, то аж здесь, в эпоху атома. То есть... К тебе приезжают уже танки, а ты только тогда в нефть выходишь. Зачем игра ты с нами так? Это просто нечестно. Алексей, есть какой-нибудь план? Да. Ты типа предлагаешь сдаться?
Кац предлагает сдаться. Ну, пошли в ракетостроение пока. Да, ну отсутствие урана. То есть он даже его даже нету на территории испанца. Ну, это вот мой план. Ну, я тут это чё? Ну, науку надо откуда-то же взять. Вон, один Нубию ну, забрал. Ну, тут, мне кажется, уже не поможет это. Наука с Испании, типа. Ну, у него уран есть. Вообще, ты какой-то вот это, вообще без жажды битвы. Хотя бы повоевал бы, что ли. Давайте ртуть буду подавать. Не понимаю. Что ты будешь? Ртуть. Зачем мне ртуть? Ну, продукты эти, так... которые 15% так много дают. Ну так я сейчас тебя захвачу и сам сделаю. Или, кстати, а если они у тебя есть, они меня, надеюсь, захватятся мне? Тут я не знаю. По сути, они как шедевры должны оставаться. Но в любом случае у меня нет. Амбар. Так, рынок. Что у нас там по великим людям? О, это хороший инженер. А, ну вот у меня еще план забирать людей на космическую гонку. Кстати. Да, там ну. Там инженер как-то... на 750, если что. Да, я его заберу. Не волнуйся. Ну, то есть, как бы. Сейчас этот город захватишь и. Уничтожится, да, корпорация производства? Скорее всего... Я не знаю. А я, кстати, не вижу корпорации. А где она? Прям на ртуте? Я просто ее не вижу ртуте. Даже. В Барселоне стоит. Ну, я понимаю, но вот у меня нету значка корпорации. Да, слушай, можно я подбегу, то ты не будешь моего рыцаря атаковать? Я просто гляну, видна ли она мне. Давай. А, блин, я ход закончил еще. Так, а в какой именно ртути? Вот. Ага, да. Ну я вижу, как бы, что поставлено, но... Ну да, корпорация написана, да. А, у тебя еще и на благовониях? Кайф. Ну, понимаешь, что я теряю. Давай я лучше тебе продукты буду делать, отдавать. Ну, мне... Слушай, ну... Я лучше сам сделаю...
Там мне, вроде мне... продукты нельзя делать больше, чем есть обрабатываемых ресурсов. Тем более. Ну, давайте претензии против Мапучи, а по районам я не знаю. Плюс... давайте. Мапучи там нету ничего. В смысле, нету ничего. А, ну, ну да, кстати, у Мапучи нет. Нету ничего. Ну, если плюс 100 в развлекательный, может. Да, согласен, давайте развлекательный. Блин, у тебя тут Оксфорд еще в этом городе. Так, ну, отвалился Дамбертон. А, кто Оксфорд забрал? Да, плохой вот. Ты знаешь, мне... Меня сразу предложили назвать корпорацию. То есть эта корпорация становится моей. Так что спасибо за предложение, но Лёша Ртуть LLC вышла на рынок. Да как так? А я предлагал такое хорошее. А ты не производил вообще продукцию ртути никакой? Ну, только что вам работал. Но, тем более, я там не мог, там центра коммерции нет. Но если бы ты не захватил меня, я сделал и продавал тебе. Ну, возможно, кстати. Просто не понял, что упустил. Да, возможно. А сколько у тебя там оно делалось? Ну, я не знаю, я же... Ну, это было бы, да, это было бы очень большой плюс в процентах. А 4 ртути было? Ну, то есть, представь, это 4 продукта 15. Блин, возможно, я даже и не прав был. Ну, представьте, каждый... Это плюс 30% к науке было бы. Каждое. Продукция. То есть тут надо просто дать плюс 30% этому городу. Все. Минус 5. Ну что, Виктора сюда пересадить. Не, ну я заберу испанца, ну как бы да. Получается... Да, слушайте, это был реально... Я что-то...
все волью, чтобы не вступил никто. Сейчас могут даже мои союзники вступить в войну. А уран вообще у кого-нибудь есть еще? А уран тоже только у Мапуче? Кайф, конечно. Уголь, железо, селитра, лошади. А это у кого не хрень есть? Уран. Вообще, честно, что вот у человека, например, на территории все стратегические ресурсы есть. Это у кого? Ну, у Мапуче. Ну, нет, у меня нефти не было, мне пришлось город в тундру везти. Ну, так он у тебя есть? Мне вот некуда, например, было везти город, чтобы нефть получить. Тут мне в четвертом радиусе. Не повезло. Нет, у меня у Цюйсянь есть нефть, но она на воде, то есть это как бы, сам понимаешь. Ну, вот в городе, который под Ессенити, там в четвертом радиусе. Да, да. Когда там достроится заповедник, хочется уже посмотреть на него. В смысле, заповедник и достроился? Ну, в смысле, домик, который дает. Да за что? За злой конь тут все ломает, блин. Уже танки. Да. Город у меня просто клепает постоянно строителей. Да, тут я дал себе разграбить два ресурса роскоши. Сейчас минус по счастью прилично опять пойдет. Так, а Барселона не отваливается, я так понимаю.
Да, выберись ты, этот бомбардировщик-то. Ученого и инженера заберите. Мапуче, Америка. Да я давно вроде инженера забрал уже. В чем переходит? Ну, там вот ученого все. Ух, 100, плюс 100%. А, блин, там кто-то купил, что ли, этого все-таки инженера? Нет, я начитал. Я в 10 городах проект завершил. Ой, ладно, короче, ладно, давайте тогда закончим, действительно. Это понятно все. Тут реально без, тогда без шансов. Ну, конечно, можно термоядерками. Нет, я бы термоядерками покидался, если бы у меня был уран вообще. Ну, уран пока... У испанца видимо. Его нету просто тупо. Ну да, весь уран у Бразила, у которого 250 науки. Кайф, у меня нету ни нефти, ни урана, то есть я вообще ни хрена не могу делать с мапуче. Я обожаю это. Могу проспонсировать. У меня тоже ничего так, нету. Тоже в смысле ты можешь проспонсировать? Он, когда, у тебя, когда он у тебя накопится, чтобы дать нам на 10 урана, уже будет поздно. Дело не в том, что он у тебя есть. Опять, я просто офигею с этой игры. То есть вот как я могу вообще здесь добыть себе ресурс? Вот в принципе, вот просто я хочу там воевать за него. Давайте, дайте, я буду рвать за ресурсы. Где? Вот где я могу это сделать? Даже у испанца целого нету урана. У него за ним вон уран между Лавентой и Лиссабоном. Это, блин, как? В тундре. Да это далековато. Хочу, хотел тоже, ну, один, с этим ураном, типа, я ничего не сделаю. Хотел типа, повоевать на арте и танках, хрен тебе, а не нефть. Такой, на тебе, комбинация из трех пальцев. На все огромные территории. Просто вот, вся нефть в Женевском озере. Кайф. Кто вообще догадался делать добычу нефти на воде, тебе надо в другую эпоху выйти. Еще у меня, короче, лол такой, что у меня нету места для космопорта в столице. Типа. Что у меня есть мирный? Мирный Египет на карте есть, который готов спонсировать ресурсы. Ты поздно вышел, ты не понимаешь, вы поздно выходите в ресурсы. Ты вышел в ресурсы, вышел в нефть и вышел в уран, когда они уже устарели. Это не надо тогда, это надо вот в определенный момент. Ты когда сказал, у кого-нибудь еще есть нефть, кто вышел, у меня один ход оставался до нее. И ты промолчал. И ты решил не отвечать. Ты мне кинул предложение вообще-то, две нефти у меня взял, когда я накапывал. Так это уже поздно было. Я вообще решил, что это твоя нефть с великого человека. Там был какой-то там три нефти, что ли, дает. Великого человека тоже я забрал. Понимаешь... Это надо говорить, например, заранее, то есть, чтобы я мог планировать какие-то вещи, там, кто-то мог планировать, а то, когда ты вышел в нефть... Ты уран видишь хотя бы? У меня есть уран. Уран свободен. Ну, я только себя вижу. Ну, например, вот у меня, да, много урана, так у меня проблема, что я ни угля не нашел, ничего не нашел. У меня нефть на воде, я просто как до 200 науки добрался, а потом просто у меня нет производства. Проблема не в том, что как бы у тебя нету ресурсов. Это, мне кажется, нормально, да? Ты можешь воевать за эти ресурсы, что-то делать. А то, что тебе игра не дает возможности даже за них воевать. Я говорю, у меня в радиусе нет его, кроме американца, и то он там рядом с Бостоном выше. То есть это мне пришлось бы воевать с Америкой сразу. Причем между ними нахожусь, там Франция бы... Что у нас с тобой здесь проходы фиговые, не я на тебя нормально. Да, так я говорю, то есть у меня не то, что его не было, у меня вообще его нет. Поджму линзу банально, у меня показывает два угля, и то это было у американца там, где прямо на севере. Где горы, где невозможно воевать, просто нормально.
Я вышел в уран, вышел в нефть, увидел, что все это далеко от меня. Хотел взять и выйти в алюминий, думал, что алюминий хотя бы прохнет. Пойду на самолетах к Бразилу, будет попроще. Алюминия тоже нет. Пришлось на остров за ним плыть. Что-то весело. При этом почему-то все ресурсы есть у Мапуча. Почему так игра... На самом деле у Нубии были, потому что у меня нет ни одного алюминия, два алюминия у Нубии и уран. Ну, уран у меня один был, один еще у Нубии, он утонул. И нефти у меня тоже нет. Кроме территории забрал, города очень огромная. Я говорю, пока не распилили Нубию, мы, в принципе, шли ровно. Вот, получается, Мапучи, я и кто-то еще по науке, а потом началось отставание. Прям. Ну, Нубия не дала много науки. Она дала ресурсы. Ну, да, она ресурсы дала. Вот просто говорю, я не нашел ресурсов. Ну, как, у меня был вот этот уголь, но у меня с американцем был, я только-только перезаключил союз. То есть у меня там... То есть у меня нет смысла, ну вот я испанцев всего захвачу, и это будет... У меня ничего нет. И в итоге я очень сильно отстал по производству. Я не могу останавливать никак Мапучи просто. Я не могу ему ничего делать. Я только-только закончил строить академии. Что у меня академия строится там 10 ходов, 12 ходов. Тут как бы просто это тянуть игру. И если бы кто-то мог, я просто бы... увидел, если бы у француза что-то было еще, ну и у Челлини, он, видите, он уже начал до этого предлагать. Вообще мне понравилось, у меня, короче, два шпиона в городе сидят, разные районы защищают, а чел просто подходит и именно эти районы воруют, ими даже сообщений никого не приходит. И только где-то с пятого раза показалось, что было что-то остановлено, была попытка неудачная. Ну, защитник веры это такое. Ну, вон у него уже этот проект Манхэттен с следующим ходом. У человека 72 урана просто. То есть следующим ходом 7 ядерок начинается строиться. Ну да. Что поделать? Да, у меня один уран, типа... Конечно, я... зафакапил то, что Митлу не засузеренил, типа, надо было прокачки в нее кидать больше. Может, ты зафакапил, что ты не захватил Митлу? Ну, там Митла не дала захватить, на стены по таймингу построил и от коней не упал. Да. Я бы еще больше бы затормозился, если бы Миша пошел. А же навряд ли получится. Был бы, наверное, шанс только, если бы китаец был рядом со мной, чтобы он там условно распилил меня, да, взял уран мой, и, возможно, и то, не, это, наверное... Я вот сейчас, конечно, думаю, что Дед Бородед прав. Если бы он мне давал ртуть, у меня был бы шанс, потому что, извините, у него как минимум 3 ртути, то есть он мне мог дать 3 продукции ртути, это как бы плюс 90%. 4. 4 даже? Ну, их еще построить надо. Они ж не делаются там за один ход. Но 4 ртути, 90%, ну плюс 100% науки. Но! Все равно, а как мне от ядерок защищаться? Вот человек вот сейчас вышел в ядерки, от проект Манхэттен заканчивает. Ну, предположим, я поставил бы РСЗО, да. Я тут в РСЗО выхожу. Но а у меня это... роботы уже открыты. Роботы что? Открыты, ну. Я могу этим ходом робота купить себе просто. Вот он, гигантский робот. Еще вот. Такой вопрос, как сделать именно производство второго уровня, где уже экономика открыта? Я так и не понял. Ресурс такой же, надо такого другой стороны купить, да, я так понимаю? Я не понял вопрос. Корпорацию как сделать? Корпорацию, потому что я прямо образец... Сначала надо производство поставить рабочим на этом ресурсе. Да, сделано. А потом, чтобы у тебя было 3 таких ресурса, и на том же, где ты делал фабрику, там делается корпорация. Великим торговцем. Великим торговцем лучше, понятно. Че, можно тогда ливать? Ну да. Есть кто против победы Мапучи? Нет. Нет. Да, в Ирландии.
Ну, с победой, но вот эти твои ходы, конечно, это не дело. Я один раз. То есть это просто за счет этого ты смог забрать Нубию и не дал мне это сделать. Это чисто... Ну, не знаю, так ли этот один не по игровому. А? Не знаю, так ли этот один город зарешал уже в итоге. Ну, я не знаю, как зарешал бы, но я бы Нури тоже тогда забрал после Сидеинги. Ну, Нури там был город. А так ты не дал ни это мне забрать, ни то не дал. Я пошел в Мирое просто пытаться не дать тебе забрать. Ну, в общем, здесь я, что я могу по себе сказать? Во-первых, я не зафейлил с религией. То есть я очень хорошо начал, вот это все ставил, и хорошую религию взял, веру, все. Но надо было священные места продолжать ставить. Что я остановился, я не знаю, типа, в трех городах поставил. В принципе, и города у меня хорошие, и территории хорошие. Но дальше мне игра не позволила немножко... лучше идти из-за отсутствия ресурсов, особенно касается нефти. Ну и вот в этом месте это позволило усилиться Мапучи, где он тут захватил, мне не дал захватить своими действиями какими-то. Ну это просто, вот это не считается некрасиво, когда кто-то захватывает город, тот другой приходит и его захватывает. Вот. И вот этот Shift-Enter давайте, всем пока. Первым выходить. Спасибо за игру. Дальше, ну дальше даже сложно сказать. Хороших выходных. Что тут можно было лучше сделать? Прям, ну там какие-то, знаете, ну по марке опять там не успел где-то ходить. Это такое всегда есть. Не забрал кое-каких великих людей. Проспал, пожалуй. Но опять же, это не помогло бы тут. Наверное. Не забрал я их в первую очередь, потому что зафейлил создание религиозных районов. Мне нужно было, чтобы у меня больше веры в ход было. Я, конечно, был лидером и так по вере, походу. По количеству веры в ход. Ну, испанца 138, но все равно у меня больше. И это не с таким большим количеством. Но это надо было раньше, чтобы было. У меня бы накапливалось больше веры. Я бы... Почему так надо было? Потому что у меня оракул стоит. Оракул очень хорошее чудо для игры через веру. Он... давайте глянем. Меценатство в отношении великих людей расходуется на 25% меньше веры. То есть у меня люди за веру покупаются намного дешевле, чем было бы без оракула. Очень неплохое чудо. Если вы играете через веру, то, конечно, его желательно построить. И, в принципе, веру я хорошую взял. Мне тут даже все понравилось. Вот это я затормозил с четвертым городом из-за варваров. Ну, это моя ошибка. Потому что надо было ввести больше юнитов или построить их заранее больше. Так. Тут я даже не знаю, ну, как бы фейл с захватом Нубии, я просто считаю, что не совсем красиво. То есть так люди не действуют. Если уже забирается город, то он забирается. Тем более, что мы с ним... Я понимаю, если бы у нас не было союза и дружбы, да, но я не могу ему войну объявить, не могу ему дать не захватить город, который я снизил. В этом идея. Поэтому как бы мы вроде договорились, заключили дружбу, но нет, я не дам тебе этот город, я сам его захвачу. Вот в этом проблема произошла, и как бы это просто неприятно так играть. Потому что игра не дает механизмов тогда отказаться от союза и не давать захватывать город. Что тут... Ну, не знаю, больше вроде как бы все остальное норм. Я думаю, даже все остальное более-менее... Идти захватывать раньше испанца не имело смысла. Потому что он не такой, во-первых, развитый, а во-вторых, он не настолько слабый, что прям упасть без ничего. Ну, хотя,
если бы у меня, повторюсь, если бы у меня была нефть, вот в тот момент, и когда мы заключили с Мапучи мир, я бы, возможно, на арте уже пробовал захватить. Ну, тут получается, видите, только так. Не знаю, я считаю, что моя ошибка была в слабом развитии религии. Вот в малом количестве священных мест именно. Не имело смысла, потому что у меня они даже еду давали, вот это вот, это очень классно. Все было, у меня бы города быстрее выросли, это, соответственно, давало бы и науку. Во всем остальном, кампусы неплохие, очень неплохие. То есть с горами мне тут завезло, все зашибись, мне нравится. То есть я не могу пожаловаться на места. С тропическими лесами завезло, которые как бы соседство для религии. Очень хорошо веру взял, все мне нравится. Так что именно что развитие самой веры, я... Возможно, знаете, еще я еще думаю, может быть, стоило здесь не церковную десятину, а все-таки на культуру взять что-нибудь. Вот, Всемирную церковь. Подождите, а кто первый основывал религию? По-моему, первым из... Нет, а, шотландец, кстати. Я, по-моему, и не взял, потому что он первый. По-моему, он первый Всемирную церковь взял. У меня вот еще, да, проблема отсутствия культуры. Я еще медленно по культуре шел. То есть я... Даже идеологии не открыл, а Мапучи уже вот тут где-то находится. У меня, правда, и городов-государств как-то не нашлось. Какого-то Махенджо-Даро. Где-то у него точно должен быть еще... Столько культуры не может быть без городов-государств. У него театральных площадей, как бы, приличное количество... 21 культура. Короче, это походу... Подожди, 21 культура. Там Вильнюс, что ли, где-то есть? Там, похоже, Вильнюс. И за соседство... За уровень района соседство театральных площадей дает... Ну, смотрите, вот, по идее, вот это... Давайте смотреть. Чудо. Это промышленное производство, ничего нет. То есть 4, да, соседства. 2 района. Ну сколько? 6 должно быть соседства, да? А получается, что в 3 раза больше. То есть за третий уровень союза... Соседство районов театральных площадей дает больше. Вот здесь соседство только плюс 2 и плюс 1. Даже это 2,5. Ну да, 6 получается, если на 3 умножить. Не знаю, почему тут 21. То есть тут 7 соседства, что ли? Не понимаю, как тут 7 может быть. 2. Может... А, арена дает больше, да, я забыл. Арена дает за соседство с театральным районом больше. Плюс 2 от развлекательного комплекса. То есть здесь плюс 2, 6. И плюс 1 за 2 вот этих района, то есть 7. 7 ю 3, 21. Там у него Вильнюс союзник. Вот и все объяснение такого большого. Ну, конечно, и театральные площади стоят, но вот эта наука за счет именно Вильнюса. А Вильнюс, ну, дает за каждый уровень союза больше соседства театральным площадям. То есть за второй уровень в 2 раза, за третий в 3 раза. Вот так. Ну, я еще, видите, на культуру забил. Вот это неправильно, мне надо было... Как-то здесь театралок больше делать. В любом случае, спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры и всем пока. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.
а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!